Обратите внимание, как тихо работает, да? Ну, для полной автономности приобрел. Для полной автономности есть бензогенератор номинальной мощностью 700 ватт. Потребляется незначительное количество, 0,5, по-моему, в час. 2,5, ну, короче, около 5-6 часов он может работать на одном баке. 2,5 литра бак. Очень экономичный. И, как вы видите, очень нешумный. Вот мы сейчас зайдем. Я отошел чуть подальше, вы меня прекрасно уже слышите, наверное. Зашли за дом. И не слышно, да, практически. Оп. Разница, да? Что колоссальная. Ну, то есть, вот рядышком. Сейчас он прогревается. И после этого попробую подключить автодом. Первый раз это делаю. Еще не подключал генератор. Просто к 220 подключал. Все системы работают, все хорошо. А вот именно на природе, так чтобы на рыбалке, так чтобы вот проверить автономность, сейчас попробуем. Ну-ка, а за автодом зайдем. Ну да, можно спокойно разговаривать практически. Ну, вообще, я очень доволен, бесшумный. Я такого бесшумного еще не видел. Так, давайте, да, включим тогда сейчас электроэнергию в дом, дадим. Посмотрим. Так. Питание есть. Здесь эконом-режим включен. Выключим эконом. Опа. Прибавил оборотов. Так. Давайте заново заводить. Так. Заводится очень легко, как вы видите, да? Ну, видимо, не прогрелся до конца, там посмотрим сейчас. Идем сюда, в дом. Давайте смотреть, есть ли у нас питание. Ну, здесь у нас питание от аккумулятора 12,5. Так, проверяем свет. Проверяем. Ага, свет есть. Это свет от 220 лампочка. Здесь тоже свет 220 наружная. А здесь, интересно, будет работать? О, работает. Это водонагреватель электрический. Слышите, гудит. Не уходит в защиту, значит, все нормально, работает. Выключил. Так, что еще? Холодильник. Ну, холодильник будет, он, понятно, он немного потребляет. Хотя пусковой, наверное, ток там значительный. Так, что еще? Свет есть, но это свет тоже он от аккумулятора работает, но в данном случае он работает от генератора. Я сейчас включу всю нагрузку и посмотрим, тянет или не тянет. Так, есть свет здесь. Свет здесь. Так, все включено. Газ нас не интересует. Включаем здесь свет. Hello. Так. И здесь у нас лампочка. Ну вот, в общем-то, по-моему, все потребители в доме включены. В принципе, можно подключить, получается, еще что? Зарядное устройство и заряжать аккумулятор. Ну, думаю, тоже без проблем потянет, так как все остальное до этого тянул. Проверяем насос. Все работает, водичка. Слушайте, ну все нормально. 700 ватт номинально за глаза. 950 он может тянуть. 950 может тянуть кратковременно. Так что считаю эксперимент вполне удавшимся. Можно использовать такой генератор на природе. Сейчас я выключу генератор, ну и сразу все лишнее освещение потухнет. Давайте посмотрим, как это произойдет. Сейчас посмотрим.
и произошло переключение на 12 вольт, и работает только светодиодная лента и вот тот светодиодный светильничек. Ну и в туалете тоже свет работает. Вот такие вот у нас пироги. Друзья, надеюсь, кому-то это видео будет интересным и полезным. Следите за моими путешествиями, за моими переделками автодома. Хобби 470. Но это не цена, хотя близко к этому. Это маркировка его. Кстати, про маркировки. Маркировку давайте покажу, чтобы было понимание, что за автодом. Возможно, кого-то он заинтересует. Ну или такая модель. Значит, вот его данные. Можете скриншот сделать, остановить на паузу, зафиксировать. Вот, Hobby Excellent. Такой вот автодомик или прицеп. Прицеп дачи, как у нас еще называют их чаще всего. Так что, друзья мои, если вам интересна эта тема, следите за каналом, ставьте лайки. Вот, а я буду вас радовать новыми видео. Кстати, покупал я его вот здесь. Кому интересно, можете тоже зайти на их сайт и посмотреть. На этом всем пока-пока. Увидимся в YouTube.